Значит, такая история, ребят. Hyundai Santa Fe. А, X35. Значит, приехали, гудят подшипники. Давайте послушаем, как они гудят. Подшипники ступичные. Но вот что-то мне кажется, это совсем не подшипники. Сейчас проедусь, будет слышно. Слышали, да? Вот, короче, такой звук. Звук непонятно от чего. И надо этот звук каким-то образом идентифицировать. Вот. Привезли мне подшипники ступичные. Привезли мне, ну, в принципе, только подшипники. Сейчас я их поменяю и посмотрим, что будет. Если ничего не произойдет, тогда надо будет искать причину. Происходит этот гул где-то на 40 км в час. Так, ну что, вот я его подвесил на подъемнике. Вот, колесо у нас не шатается вообще. Крутится без металлических звуков подшипники. Крутится, конечно, жестковато, но характерных звуков тому, что не было смазки в подшипнике, нету. Поэтому сейчас будем разбирать колесо, снимать все и выковыривать оттуда подшипник, смотреть на этот подшипник, что с ним случилось и почему, откуда вообще этот своеобразный такой свист. Я хозяину говорил, что как бы звук не похож на звук от подшипников. Скорее всего, этот звук вызван чем-то другим, может быть раздавкой, может еще чем-то, какой-то непонятный скрипучий звук. Скорее всего, вот я вот лично не могу понять, разобраться, в чем дело. Но он говорит, давай исключим подшипники. Ну вот, исключили подшипники, значит, разобрал я эти все подшипники, поменял их. Вот такие подшипники. Вот это первый подшипник. Вот, как вы видите, смазка все на нем есть, ржавчины не обращайте внимания, это я, наверное, тут уже полежали несколько дней. Вот. Так, это первый подшипник, да, вот второй подшипник, ну тут немножко песочка попало, но видите, да, никаких проблем с ним нету. Вот, накаток тут нету, закаток. Вот, поменял я эти подшипники, все нормально. Все встало, подшипники подошли. Но сейчас поедем, посмотрим на звук. Что там с ним, изменился он или нет. Поменял я подшипники на хендайке. Вот сейчас проехал, она опять гудит. Вот послушайте. Ну вот, как вы видели, звук никуда не ушел, подшипники поменены, звук остался. В чем причина, я понять не могу. Может, подскажете вы, пишите там в комментариях. Может, у кого-то такое было и сталкивались с этим. Но просто вот честно скажу, что данный звук вообще непонятен, откуда и куда он там, из-за чего он возникает. Как бы все исключили уже, колодки там, подшипники. Остается только раздатка, механизм. Вот был один такой случай, что у человека на X35 Tucson или 35, вот у меня лично, у него вискомуфта заклинила. Вискомуфта заклинила, и звук был похожий, вой просто стоял, вой. Сейчас здесь какой-то виск, а там вой стоял. Вот, он немножко просто выехал, как бы газу дал в песке, да, там пробуксовка пошла, и все отскочило, она на место встала. Вот, здесь такая история не прокатывает, то есть и буксовали, и рывка, как бы пытались тронуться, как бы все не получается ее. Видимо, они тоже, ну, как бы, ну,
как бы я лично не понимаю. Пишите в комментариях, как бы вот такое видео, видео непонятных диагностических процедур, что делать, как быть. Если у кого есть какие-то намеки, пишите. Все на этом, пока.